Ребят, всем большой привет! Меня зовут Раи, и вы попали в хижину музыканта. Сегодня разберем вирусную песню 17-го года «Тает лед» от группы «Грибы». Сейчас слушаем мой кавер на эту песню и сразу приступаем к разбору. Поехали! Закрой глаза, все постепенно, и тебя тут никто не заменит. Утро подарит нам это мгновение, и холода за окном не помеха. Пока мы здесь, в теплой постели, волосы волнами по твоей шее, касание трепетны и безмятежны. Мы, видимо, нашли то, что долго хотели. Здесь нас не найдут проблемы, только ты и я в этом мире. Время застынет на этом моменте, все, что имею, я отдам тебе. Пальцы сжимаются крепко-крепко, это все, что нужно мне. Готов убежать за тобой на край света, чтобы еще раз по-новому все повторить. Между нами тает лед, пусть теперь нас никто не найдет. Мы промокнем под дождем, и сегодня мы только вдвоем. Между нами тает лед, пусть теперь нас никто не найдет. Мы промокнем под дождем, и сегодня мы только вдвоем. Между нами тает лед, пусть теперь нас никто не найдет. Мы промокнем под дождем, и сегодня мы только вдвоем. Между нами тает лед, пусть теперь нас никто не найдет. Мы промокнем под дождем, и сегодня мы только вдвоем. Снова голос твой, он как будто колыбель. Я обниму тебя, чтобы не стало холодней. Курточка моя так хорошо сидит на ней, а твои глаза как брики в играх NBA. Я делаю навстречу тебе шаг, чтобы от всех с тобой убежать. Под нашими ногами земной шар, между нами сегодня пожар. Наплевать, что вокруг метель, с поцелуями как будто карамель. Температура как жарко Макапулька. Между нами теперь мы с тобой, это значит, что мы не будем спать. Беру тебя и профессионально иду гулять. Я надену свой костюм, тебе так нравится велюр. Ты нашла слово юру среди самых лучших юр. Я устраиваю рамс, ты ставишь шах и мат. Ты даже и не знаешь, что наш ты не любит шоколад. Но как медведь руками поедает сладкий мед. Мы смотрим на него, и между нами тает лед. Между нами тает лед, пусть теперь нас никто не найдет. Мы промокнем под дождем, и сегодня мы только вдвоем. Между нами тает лед, пусть теперь нас никто не найдет. Мы промокнем под дождем. Ребят, приступим к разбору. Сначала посмотрим аккорды песни. Тональность песни ре минор, ДМ аккорд. На пятом ладу, если зажимать при помощи баре. Если без баре, то будет зажиматься уже таким образом, как вы знаете. Следующий аккорд это си бемоль мажор. Шестой лад, верхняя посадка. На картинке можете увидеть. Потом идет аккорд С. Кстати, аккорд ББ можно еще зажать здесь на первом ладу. Средней посадкой, если хотите. Аккорд С дальше на восьмом ладу, верхней посадкой. Очень удобно после ББ зажать С вот сюда. Или же этот аккорд можно еще зажать на третьем ладу. С. Ну или традиционным С. Все виды вам показал. Следующий аккорд, аккорд А. На пятом ладу. Или здесь можно зажать. И аккорд GM. Соль минор. Вот эти аккорды нам нужны, чтобы исполнить эту вирусную песню. Странно, да, что столько аккордов в ней используется для такой вот песни. Посмотрим теперь то, с чего начинается песня. Конечно же, это первый куплет. Все играется очень просто, никаких боев в начале нету, просто дергаем с басовой струной три нижние струны. То есть дергаем бас, первую, вторую, третью струну вместе. Вот на ДМе это пятая струна, то есть басовая. Дальше аккорд си бемоль мажор, шестую дергаем. Дальше С опять шестую. Дальше А. Потом си бемоль мажор. Опять GM. Все с шестой, потому что это аккорды верхней посадки, аккорд А. И начинается за такта. Закрой глаза, все постепенно.
И тебя тут никто не заменит. Утро подарит нам это мгновение. И холода за окном не помеха, пока мы здесь, в теплой постели. Волосы волнами по твоей шее, касание трепетны и безмятежны. Мы, видимо, нашли то, что долго хотели. Дальше продолжаем так же дергать, но можно разнообразить, сыграть такие вот спуски. Бас 4-3-2. Бас 4-3-2. То есть здесь нас не найдут проблемы, только ты и я в этом мире. Время застынет на этом моменте. Все, что имею, я отдам тебе. Пальцы сжимаются крепко-крепко. Это все, что нужно мне. Готов убежать за тобой на край света, чтобы еще раз по-новому все повторить между нами. Пошел припев. А чё я так с переборами не играл, интересно, ребята? Надо было разнообразить мне всё-таки. Вот таким образом можно сыграть куплет, что петь в голосе. Сейчас посмотрим. Играем четвертую открытую. И потом на третью молодую её зажимаем. Закрой глаза, всё постепенно. Потом пятая открытая, то есть. Ре-ре-ре-фа, ре-ре-ре-ре-ля. Закрой глаза, всё постепенно. И тебя тут никто не заменит. Утро подарит нам это мгновение, и холода за окном не помеха, пока мы здесь. Дальше. Третья струна на втором ладу. Пока мы здесь. Открытая. Дальше четвертая открытая. Третий и второй лад. Пока мы здесь, в теплой постели. Волосы волнами по твоей шее. Волосы волнами по твоей шее. То есть четвертая, потом третья на втором ладу, потом снова четвертая или открытая. Потом заканчиваем. Готов убежать за тобой на край света, чтобы еще раз по-новому все повторить. Дальше на одном ми бубним-бубним, и все, начинается припевчик. В припеве используются лишь три аккорда: ре минор, си бемоль мажор и аккорд GM. Клубный бой нам здесь нужен, наш любимый клубный бой. Как это все звучит? Между нами тает лед, пусть теперь нас никто не найдет. Мы промокнем под дождем, и сегодня мы долго поем. Между нами тает лед, пусть теперь нас никто не найдет. Мы промокнем под дождем, и сегодня мы только вдвоем. Берем аккорд DM, делаем удары вниз, вверх, хлопок, вниз, вверх, вниз, вверх, хлопок, вверх, вниз, вверх. Еще раз. Еще раз. Вниз, вверх, хлопок, вниз, вверх, вниз, вверх, хлопок, вверх, вниз, вверх. Поделите на блоки наш бой, чтобы было легче играть. Вниз, вверх, хлопок, вниз, вверх, вниз, вверх, хлопок, вверх, вниз, вверх. Аккорд ББ. Вниз, вверх, хлопок, вниз, вверх, вниз, вверх, хлопок, вверх, вниз, вверх. Думаю, все тут понятно. И аккорд GM. Вниз, вверх, хлопок, вниз, вверх, вниз, вверх, хлопок, вверх, вниз, вверх. Еще раз. Вниз, вверх, хлопок, вниз. Только на аккорде BB и GM мы играем этот бой по одному разу, а на DM два раза получается. Между нами тает лед, постепенно нас никто не найдет. Мы промокнем под дождем, и сегодня мы только вдвоем. Между нами тает лед, постепенно нас никто не найдет. Мы промокнем под дождем, и сегодня мы только вдвоем. В конце на GM. Первый удар коротко. Ослабляем левую руку. И потом вторая звучит дольше. То есть. Только вдвоем. Ждем. Потом только начинаем второй куплет. Как облегчить бой? Можно убрать кое-какие удары. Получается вниз, вверх, хлопок, вниз, вверх, вверх, хлопок, вверх, вниз, вверх. Убрали некоторые удары, получится легче. Вниз, вверх, хлопок, вниз, вверх, вверх, хлопок, вверх, вниз, вверх. Второй куплет играем таким вот перебором. На DM играем 5, 4, 3, 2, 1 и ждем. То есть. Дальше си бемоль мажор. Здесь играем 6, 5,
3, 2, 1. И аккорд С также 6, 5, 3, 2, 1. Ну а если будете играть здесь на С, то будет, надо будет 5, 4, 3, 2, 1 играть. То есть аккорды, которые без шестой струны играются, все играем с пятой струны и вниз до конца. А которые с шестой, то начинаем шестую и пятую, потом третью, вторую, первую. Неизменным остается третья, вторая и первая. Получается, пробуем петь. Снова голос твой, он как будто колыбель. Я обниму тебя, чтобы не стало холодней. Курточка моя так хорошо сидит на ней. А твои глаза как блики в играх NBA. Дальше начинается бой. Я делаю навстречу тебе шаг, чтобы от всех с тобой убежать. Под нашими ногами земной шар, между нами сегодня пожар. Какой бой? Вниз, вверх хлопок, вниз, вверх хлопок. Облегченный клубный бой получается. То есть вниз, вверх хлопок, вниз, вверх хлопок. Два раза одинаково, то есть. Просто вот этот второй удар вниз, он раньше времени как бы ступает не ровно, а и дольше звучит, кстати, второй удар. Пробуем петь. Я делаю навстречу тебе шаг, чтобы от всех с тобой убежать. Под нашими ногами земной шар, между нами сегодня пожар. Между нами теперь ночь с тобой. Это значит, что мы не будем спать, беру тебя. И тут уже начинается обратно такой же порядок аккордов, как в первом куплете. Бой восстанавливается, как в припеве. Ночь с тобой, это значит, что мы не будем спать, беру тебя. И профессионально иду гулять, я надену свой костюм, тебе так нравится, велю, ты нашла зло. В общем, понятно, да, вот такой вот бой, как в припеве, только аккорды теперь сменяются. На каждый этот полный бой приходится один цельный аккорд. Таким же образом допеваете второй куплет, там практически нечего петь. Лучше под меня пойте, то есть под мой кавер, который оставлю в описании под видео, потому что в оригинале там какая-то лажа вообще звучит. Я не знаю, как под это можно петь. Друзья, подписывайтесь на Инстаграм, кстати, там очень интересные кусочки каверов выходят, а также фоточки с рабочего процесса, с выступлений и так далее. Кому все это интересно, вот ссылочка есть. Дальше что? Я устраиваю рамс, ты ставишь шах и мат, и даже и не знаешь, что наш сын не любит шоколад. Он как медведь руками поедает сладкий мед. Мы смотрим на него, и между нами тает лед. На аккорде А зависает. Всякие там удары можно поделать, и начинается опять припев. Только в этот раз припев будет звучать не полностью по всем струнам, а вот так. Другим боем. Вниз, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. Расслаблять левую руку не забывайте. Такой электрогитарный бой, даже скажем, фанковый чуть-чуть. Такие удары. Вниз, вверх, вниз. Вниз уже на блокированных, то есть расслабляем левую руку чуть-чуть. Последние два удара уже тоже на расслабленных, на блокированных струнах. А потом уже на GM сделали два удара, начинается полный бой. Вообще легкотня петь. Четвертая открытая, потом второй, третий лад. Пятый лад. Снова второй, то есть. Между нами тает лед. Дальше. Пусть теперь нас никто не найдет. Открытая сначала. Потом на третьем ладу. Четвертая струна. Потом на пятом. Снова на втором. И повторяем потом. Мы промокнем под дождем.
И сегодня мы только вдвоем. Сначала четвертая открытая, потом на третьем ладу, потом на втором. Ребята, на этом наш разбор подошел к концу. Если у вас получилось разучить песню, я вас просто люблю, уважаю, потому что вы очень трудолюбивый народ, молодцы, что занимаетесь вместе со мной, идете к своим целям намеченным, осваиваете гитару. Ну а если кто-то из вас прям-таки не смог выучить песню, ну не получается вообще практически ничего, то посоветую вам пройти мой самоучитель игры на гитаре под названием «Освоим гитару за 7 дней». Он находится в описании под видео, переходите, там 7-часовой онлайн-курс игры на гитаре. Вы включаете на компьютере, повторяйте за мной все, что я там говорю, учитесь вместе со мной и уже осваивайте гитару очень быстрыми темпами. Ну а я с вами прощаюсь, ребята. Подписывайтесь на Хижину Музыканта. Здесь вы получите разбор на самые ваши любимые песни. Ну и, конечно же, клевые каверы. Я буду стараться вас радовать. Всем до скорых встреч. Пока.